Сегодня проходит всеукраинский турнир по подъему на бицепс, становой тяге и многоповторному жиму Федерации пауэрлифтинга Украины RAV 100%. Представлены разные области Украины, сильнейшие спортсмены мира, Европы сегодня выступают, соревнуются. По становой тяге был установлен новый абсолютный рекорд Украины Владом Кривоконевым. Также ожидаем установления рекорда в подъеме штанги на бицепс. Дмитрий Головинский попытается вернуть себе звание рекордсмена Украины. Также в апреле, 8-9 апреля 2017 года, состоится международный турнир по пауэрлифтингу и жиму лежа в фитнес-клубе «Кинг». Приглашаем всех желающих принять участие или просто посмотреть. Я первый раз взял участие в всеукраинском турнире по подъему на бицепс, многоповторный жим и становой тяге. Достиг заданного результата. Я пошел собственный вес 80 кг на 65 повторений за 5 минут. Я очень довольный результатом и буду подольше в будущем буду продолжать сжать и бить свои же рекорды в данной федерации. Мне очень уровень организации понравился. Все на высшем уровне. Для спортсменов занимайтесь спортом и будьте здоровы. Принял участие в сегодняшнем турнире впервые. До этого я принимал участие на чемпионатах Украины, мира. Это сейчас у меня этап подготовки. Это первые мои соревнования, межсезонье, март месяц. Я готовлюсь выходить на форму в мае. То есть это мой такой минимальный результат, который я сейчас здесь показал. А дальше будут лучшие результаты, так как пиковая форма будет уже в мае месяце на чемпионат мира. На данный момент у меня период подготовки к весеннему сезону, к летним стартам, который будет коммерческий в Одессе. Вот. Как раз совпала у нас тяжелая тренировка приблизительно с датой соревнований. Мы с тренером решили здесь выступить. Тем более посмотрели, можно превысить было рекорд Украины и также попробовать превысить мировой рекорд. В принципе, план у нас получился, все хорошо. Организация достойная. Желаю всем хороших тренировок, главное без травм, прогресса и всего наилучшего.